Շնորհակալություն Քրիստինե, արդեն ասվեց, հեռանկարի տաղավորում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, շնորհակալություն Ալեքսանդր, դուք նախարձանագրենք, որ դուք երբ ադրբեջանցի լրագրողները այս նույն շրջանակներում եկել էին Երևան, դուք մասնակցում էիք այդ հանդիպմանը և բնականաբար հետաքրքիր են ձեր տպավորությունները։ Вы знаете, Ара, мне трудно, потому что я не знаю, что я могу разглашать, кроме факта встречи. Мы договорились там с ними, что мы не будем давать прямые ссылки до 23 числа. Сегодня 23 число. То есть я не знаю, можно ли говорить, что из них кто говорил. Но, в общем, о встрече я сказать могу. Она... в общем и целом была довольно конструктивной. А с их стороны были три журналиста, с нашей стороны были эксперты, люди, которые про Азербайджан знают, понимают, изучают и так далее. С их стороны это были не эксперты, и они это совершенно честно говорили, что мы не специалисты. Некоторые вопросы, которые поднимались, опять же, это было... довольно, ну, как сказать, приятно слышать. Да, они говорят, вот это, этим вопросом мы не владеем, мы попробуем узнать. Некоторые вещи, которые поднимались, например, вопросы, которые поднимались, например, связанные с беженцами из Азербайджана, здесь они не владели и честно в этом признавались. Конечно, была попытка с их стороны изначально, видимо, на автоматике выдавать ну, такие пропагандистские, скажем так, тезисы, то, что обычно продвигается за Азербайджана, о его процветании, о том, как, какой он богатый, о том, как все хорошо и прекрасно, и как очень хорошо решаются социальные проблемы. Но с этого удалось соскочить, и, в общем, я бы сказал, что беседа была достаточно конструктивной, по крайней мере, вот такой вот... драки какой-то там были. Лез вакры. Да, вот этого не было. Ага. Да. Ну, Артем Неле Асум, вот մեծ մասը հրապարակման ենթակա չէ, և ես ենթադրում եմ, թե ինչու, որովհետև երբ որ հրապարակման ենթակա է, սկսվում է քարոշչությունը, և սկսվում է այն, ինչ որ մոտապես ԵԽԽՎ-ում է լինում, հա, Ստրասբուրգում, ես ասեցի «Ես», նրանք պատասխանեցին «Ն», ես պորտը տեղը դրեցի, ես կոշտ պատասխանեցի և այլն, երբ որ դա հրապարակային է, դա միշտ այդպես է լինում, արդյոք դա է պատճառը, որ մեծ մասը հրապարակային չէր այդ հանդիպումների։ И вообще в случае экспертов, наверное, все-таки нет. Потому что, ну да, они так бывает, а я сказал это, а мне ответили то, и я победил, и я вот им доказал. Но это бывает, в общем, на уровне политики, наверное, на уровне идеологии. Ну... я думаю, что я этого не делал бы в любом случае, даже если бы я мог рассказывать абсолютно все, я бы не рассказывал, как я победил их, и как они были глупы, а мы были умны. Тем более, что это, ну, действительно не вполне так, да, неправильно. Но я думаю, что это очень правильно для начала процесса, а мы имеем начало процесса. Поначалу тема очень болезненная, тема очень острая, и постепенно его разворачивать в ту сторону, чтобы эти дискуссии стали более открытыми, это правильно. Сразу выставлять людей, ну можно же камеры, например, поставить, да, можно сажать людей вместе, например, в этой студии. Но тогда они будут совершенно другие. Очевидно, я вам скажу просто, эти люди, эти азербайджанцы, журналисты, они говорили не так, как если бы они говорили, сидя здесь. И это ценно, это нужно для понимания. Արտյոմը Երկանյան, որ այնտեղ է, նա Բաքվում էր, նա ասում է, որ ընտրված էին մարդիկ, որոնք առանձնապես այդ ագրեսիվ քարոշչությամբ չէին զբաղվում. Եվ նույնիսկ նրանք, ովքեր կարող է զբաղվեին, նրանց երևի հրահանգ էր տրված, որ այդպիսի բան չանեն. Несомненно, но Азербайджан вообще такой. Ну, там, я для того, чтобы вот меня пригласили, я пошел,
встретился, говорил. Я ни у кого разрешения не спрашивал, никому не ходил, консультации не получал. Никто мне не указывал, что и как говорить, а что и как не говорить. Я думаю, в Азербайджане, может быть, я сделаю предположение, давайте так, да, чтобы не обижать никого, в том числе тех людей, которые там были. Я думаю, что в Азербайджане по-другому. Но люди чувствуют установку. Ну, все-таки одно дело, когда ты говоришь внутри Азербайджана в какие-то там политические острые моменты. Другое дело, когда ты едешь в Армению, и тем более, когда встреча более или менее закрытая, да еще она с экспертами, ну, кому говорить и чего говорить. Поэтому нет, она была достаточной, в нашем случае она была достаточно конструктивной, ничего такого не было. Да, այդ կառուցողականության մասին ըստ դարձյալ ըստ մեր գործընկեր Արտյոմ Երկանյանի մեղմ ձևով, բայց այնուամենայնիվ ասվում էր, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած լուծման, բայց ոչ անկախության եւ ոչ Հայաստանի հետ միացման, մենք պատրաստ ենք խաղապահների, բայց ոչ ռուսների, եւ մենք չենք ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացությունը եւ ընդունում ենք հայկական համայնք եւ ադրբեջանական համայնք։ Այսինքն այստեղ կարծես թե պաշտոնական դիրքորոշումից առանձնապես շեղում չկար։ Вы понимаете, да, они встречались с экспертами. Мы встречались с журналистами. И спросить журналистов, что вы имеете как эксперты или как государственные чиновники, мы не могли. Но мы их пытались спрашивать, а что думает общество по этому поводу, а каким образом строится представление общества. И, в общем, мы получили достаточно честный, это не означает, что правдивый, на самом деле эти журналисты могут быть не знать, что происходит в толще общества, но они все-таки работают с обществом. Но получили ответ примерно тот же. Они сказали, что в Азербайджане людей, которые думают по-другому, нет. Нет означает, мы не видели, мы не слышали. Почему мы не видели, не слышали, это второй вопрос. Но, в общем, это государственная точка зрения. Мы спрашивали, а существуют ли другие дискурсы? Вот в Армении существуют разные дискурсы. И тут я могу сказать, потому что это не об их разговоре, а то, что мы говорили. Да. Не обязательно лично я. Существует от дискурса, что ни одного миллиметра земли никого мы не собираемся отдавать, и до куры, и там, я не знаю, до чего. Это говорилось, да, до позиций крайних с другого краю людей, тоже, ну, в том числе имена назывались, которыми не хотелось называть, которые говорят, что нет, надо вот отдать. Такие люди тоже есть. И мы спрашивали, есть ли в Азербайджане вот в этом смысле плюрализм, даже не слов, а мнений. Ну и они, в общем, говорили, что нет. И я думаю, что они искренне говорили, я думаю, что они правда так думают, что они правда таких людей, ну, как минимум, не видят. А если такие дискурсы есть, то они какие-то закрыты, видимо, в Азербайджане нельзя так говорить. Ասվել է նաև, որ նրանք չգիտեն իրական Հայաստանը ինչ է և իրական Արցախը ինչ է. Պարզ է. Իսկ մենք գիտենք, թե ինչ է իրական Ադրբեջանը. Нет, конечно, мы тоже не представляем себе Азербайджан. У нас об Азербайджане огромное количество мифов. Например, у нас представление о том, что, например, да, что азербайджанцы знают, в отличие от нас, что они захватили чужую землю, что эта земля им не принадлежит, это не так. В целом в Азербайджане существует мнение, что это действительно часть их истории, их земли и так далее. Например, у нас представление о том, каков режим в Азербайджане, как он построит, оно ложное достаточно. Ну, не ложное, а мифологизированное. И так далее. Много. У нас представление о том, что они думают об армянах, очень искажено. Много мифов. Мы плохо представляем, что, в общем, очень естественно. Вот мне очень часто, вы знаете, займу 10 секунд, очень часто где-нибудь там на Западе говорят, ну, вы же с ними соседи. И я всегда говорю, что нет, это неправда. Мы соседи на карте, если на карту смотреть. А я могу завтра вот купить билет и поехать в Португалию, я не знаю, в Новую Зеландию, в Бразилию. Были бы деньги и виза. А в Азербайджан я поехать не могу. Они не наши соседи, они соседи формальные. И мы о них представление иметь,
нам чрезвычайно сложно, и наоборот, тоже это общая проблема для нас. Ելքերի մասին, հա, դուք կարծում եք, որ այս լրագրողները, կամ եթե ուրիշ լրագրողներ կան, նրանք Հայաստանն եւ Արցախ այցելելուց հետո կսկսեն ուրիշ ձևով գրել այս հակամարտության մասին. Ну, а конфликта нет, вряд ли. А потому что то, что они думают о конфликте, это ведь убеждение, это не то, что они там увидели, не увидели. Но о том, что они увидели, если им будет позволено, если будет там понятно, что, да, что все это государство делает. Более того, это впервые это делают Армения и Азербайджан. И даже Карабах, потому что они были в Карабахе. Вот если им дадут возможность, то может быть, потому что они, наверное, например, они говорили совершенно, вот, не знаю, можно, ну ладно, они говорили, что им, Артем тоже об этом сказал, что их удивил Ереван, что они совсем другое ожидали уехать, это увидеть. Это один из мифов азербайджанского, мы все с голоду на улице валяемся, и они говорили, что он их впечатлил. Такого рода вещи, может быть, каким-то образом и пройдут. Ես հանդիպումներ եմ ունենում ադրբեջանցի մտավորականների և լրագրողների հետ, Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյի գլխավորությամբ, և այդ հանդիպումները նույնպես ընդհանուր առմամբ անցնում էին կառուցողական և բավականին ջերմ. Բայց դրանից հետո տեղի ունեցան 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները. Այդպիսի հանդիպումները կարող են կանխել նման իրադարձությունները? Речь же не о ваших. Я тоже встречаюсь с азербайджанцами постоянно. Это моя профессиональная обязанность. И последний раз это было несколько недель назад. Да, в Европе, в Америке, в России, в Грузии и так далее. Речь не о личных наших историях. Встретили кого-то Артема или кого-то кого-то отдельного. Речь о том, что идет процесс. И вот эти встречи, взаимодействие армянских и азербайджанских сторон в процессе, вот в том числе в этом, да, что-то, что журналисты обмениваются, ездят и так далее, это один из форматов безопасности. Политических форматов, не военных. Там много чего, но, понимаете, все-таки вот если едут, значит, по крайней мере, в это время не стреляют или стреляют меньше. Если едут, значит, чего-то от этого процесса хотят. Представить себе, что журналисты приехали сюда, чтобы разведать, сколько у нас танков и пушек, сложно. Да? Значит, происходит какой-то другой процесс идет тоже. Конечно же, можно пытаться этим процессом достичь своих целей. Можно пытаться и мирным процессом достичь тех целей, которые ты не достиг войной. Но это ведь тоже разговор о мирном процессе, да? Поэтому, да, я не думаю, что это перевернет всю реальность, но это один из форматов взаимодействия. Последнее скажу, мировой опыт показывает, да, что те конфликты, в которых вообще никаких форматов взаимодействия нет, они обычно развиваются хуже, чем те, в которых хоть какой-то формат, вот, канал есть. Ասացիք համաշխարհային փորձը. Վրացիներն ու աբխազները, ուկրաինացիներն ու ռուսները, չեն, պաղեստիններն ու արաբները, պաղեստիններ և հրեաները, նրանք շփվում են այս մակարդակով, հաստատ շփվում են, չէ? Да, это правда. Ну, с Палестиной и, да, собственно, со всеми сложно. Потом русские с украинцами общаются. Ну, например, русские с украинцами, в отличие от нас, с азербайджанцами, имеют дипломатические отношения. Есть дипломаты, которые взаимодействуют. А скоро будут и встречи глав государств, и это взаимодействие будет идти дальше. Палестинцы с арабами, конечно же, общаются. С израильтянами. Извиняюсь, да, с евреями. А израильтяне нельзя говорить, потому что есть арабы, которые израильтяне, у которых израильские паспорты в кармане. Но они живут там просто. Они просто там живут. Но палестинские официальные лица с израильскими официальными лицами общаются очень опосредованно, и это общение, ну, скажем так, сложное. В одном случае, случай западного берега реки Иордан, а с Хамасом нет. То есть по-разному это бывает. Вратинерно абхазнеры? Грузины и абхазы последнее время это общение очень сильно. Последнее время это
последние несколько лет. Это общение очень заторможено или невозможно. На официальном уровне не встречаются. Представители гражданского общества почти не встречаются. Раньше было по-другому. Но опять же, внутри Абхазии живут этнические грузины, которые имеют возможность ходить в Грузию и обратно. Их пропускают, в отличие от иностранцев, например, нас. То есть вот какие-то виды, какие-то типы общения были. Арцок նշանակություն ունի, դուք սկսեցիք դրա մասին խոսել, թե ով է կազմակերպում, դա կազմակերպում են միջազգային NGO-ները, այն ինչ որ մեր մոտ ասում են Սորոսները, այսպես ասած, թե պետությունները, թե այլ պետություն, ասենք Ռուսաստանը. Да, конечно, есть разница. Одно дело, когда это делают действительно международные неправительственные организации. Вот эти вот Соросы, неважно, это могут быть организации, занимающиеся правами беженцев, это могут быть организации, занимающиеся какими-то гуманитарными программами и так далее. Такое происходит. Другое дело, второе, когда встречаются эксперты, например, ну я, я довольно регулярно встречаюсь с азербайджанцами на конференциях, там, при курсах, лекциях где-нибудь на Западе, да, вместе. И совсем другое, когда это делают государства. Потому что то, что это делалось Арменией и Азербайджаном, это показывает на некоторую волю, которая есть на сей раз не у Сороса какого-нибудь, а у армянского и у азербайджанского государства. Это важно. Ага. Ев верчин харца, որ բացի դիվանագիտությունից և ժողովրդական դիվանագիտությունից, հա, կա նաև փորձագիտական մակարդակի շփում. Օրինակ 2001 թվականի հայ-թուրքական հաշտեսման հանձնաժողովը, որին մասնակցում էր հիմիկվա դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանը. Այդպիսի ֆորմատներ դուք ունե՞ք ադրբեջանցիների հետ. Чем дальше, тем хуже. Было время, когда такого рода форматы были достаточно регулярны, я бы сказал. Было время, когда наш институт, например, Институт Кавказа в таких форматах участвовал, инициировал, совершал. К нам в институт приезжали азербайджанские коллеги, в нашем институте они выступали на конференциях, писали статьи. Эти статьи были опубликованы с их фамилиями. Я, к сожалению, должен заметить, что практически все эти люди сейчас или в тюрьме, или за границей, но было время, когда они азербайджанцы, они это делали. Сейчас это невозможно. И если, и этого не происходит, если этот процесс, вот тот, который начался весной и сейчас продолжается, он будет развиваться, и мы вернемся к той ситуации, в которой можно будет взаимодействовать на профессиональном уровне. И это не обязательно могли бы быть политологи, это же могут быть экологи, это любые профессии, люди любых профессий, в которых важно взаимодействие, проблемы, которые выходят за пределы государственных границ. И если этот процесс будет развиваться, то он будет показывать некоторое смягчение ситуации. Շնորհակալություն. Հեռանկարի տաղավարում էր քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը.